Всем большой привет! Накопились у меня пустые баночки, и я решила не копить их дольше, так как они начали собираться снова вокруг этой корзинки, в которой я их собираю. И я решила показать, чтобы выкинуть, и пускай уже собираются новые. Трудно назвать, в каком месяце они закончились, но вот на данный момент, на сегодняшний день, на начало декабря, это то, что у меня подошло к концу. Хочу показать вот это средство. Это единственное средство для дома, так как это куплено Faberlic, поэтому я решила показать. От Дом Faberlic средство для чистки духовок и плит. Я уже купила второе такое средство. Хочу обратить внимание на то, что когда подтекает, смотрите, разъедает как. Поэтому таким средством нужно пользоваться обязательно в перчатках. В нем содержится щелочь. Действительно разъедает. Я бывала, что игнорировала это, а потом жалела, и в течение недели ручки приходилось питать и увлажнять кремами активно. Неплохое средство. Не сказать, что оно прямо вау как работает, но если его нанести, например, на раковину или на газовую плиту, оставить на 10 минут и потом смыть, то все блестит, и мне нравится, как оно работает. Единственное, что таким средством нельзя, конечно, мыть посуду или кастрюлю, или что-то вот то, что связано с пищей. Вот такая бутылочка, повторяю. Конечно, в магазине можно примерно за такую же цену купить и лучше. Но когда заказываешь по каталогу, и что-то заканчивается идентичное, то бывает проще заказать и не идти, не выбирать в магазине. Но есть, в магазине есть и подобное, и лучше. Ну, давайте теперь к косметическим перейдем. Закончился вот такой позитивный Спанч Боб. Он приехал к нам из Санкт-Петербурга от Катюшки Путяковой. Она подарила его Максимке. Это волшебная гель-пена. Тут большой объем, 500 мл. И можно использовать и для волос, для рук, для тела. То есть и как жидкое мыло, и как шампунь, и как гель для душа, и как пену для ванны. Чаще, конечно, мы использовали как пену. Очень приятный аромат. Пахло бананом. Ой, прямо бесподобно сладким, сладким таким жвачным бананом. Ну, использовали во всех отношениях. Ну, как шампунь нет, как гель для душа и как пену. Неплохое средство, очень позитивное. Вообще вот эта бутылка нас так радовала. Очень долгое время в ванной комнате. Давайте перейдем теперь к волосам. От Оли. От Оленьки Крюковой из Москвы ко мне приехала вот такая пара. Это шампунь и маска. Я хочу чуть побольше уделить внимание и показать некоторые вещи. Вообще вот этот шампунь мне вместе с маской в комплексе понравились очень. У меня волосы, можно сказать, нормальные, потому что я их мою раз в 3 дня. Бывает, что и на 4-й, но это уже поздновато. Обычно раз в 3 дня я их мою, этого достаточно мне. Поэтому у корней склонны к жирности, и так как часто крашу, то на кончиках они склонны к сухости. Вот как-то так. После вот этой пары волосы просто шелковые, мягкие. Вот когда помою, я потом постоянно, у меня рука прямо тянется к волосам, чтобы их как-то вот пошевелить, потрогать. Очень приятно. Единственное, что после этой пары я еще наношу какие-нибудь сыворотки дополнительные. То есть, ну, не на этом останавливается уход. Но после этой пары я всю свою длину могу и расчесать, и посушить, и волосы выглядят живыми. Очень понравилось. На что я тут хотела обратить внимание. Вообще эта пара для восстановления сильно поврежденных волос идет. Говорится, что тут идет заполнение кератином и гиалуроновой кислотой. И вот то, что я хочу показать поближе. Вот что, как работает кератин. Давайте посмотрим. Вот здесь интересно говорит, что работает он как заплатка и помогает восстановить структуру волос. То есть волосы, как вот особенно секущиеся кончики, можно сказать, запечатывает
и не дает дальше волосу рваться. Вот такая замечательная пара, понравилась, с удовольствием бы повторила, если увижу. В маске 180 миллилитров, она достаточно экономная, не сильно она была густой, ну тут плохо уже видно, белого цвета. Понравилась, и маска понравилась очень. Надо было нанести ее по всей длине на чистые влажные волосы и смыть через 1-2 минуты. То есть стандартная процедура. Вот такая вот маска. Давайте вот здесь тоже покажу. Может быть, кто-то заинтересуется и тоже себе купит. Оля, спасибо огромное, прямо порадовала, и я с удовольствием, с огромным просто удовольствием потестировала эту серию. Для волос что я еще использовала? Покупала в Пятерочке вот такое Керанова репейное масло против выпадения волос. Сюда входит натуральный экстракт лопуха и крапивы ежедневного использования, подходит, укрепляет корни, стимулирует рост волос от компании Флоресан. Давайте я вам покажу, как выглядит само масло. Оно было двухфазное. Ну, не само масло, а пустая бутылка от него. Покажу, как выглядит. Наносить надо было, ну, взбалтывать все это дело. Наносить только на корни. Ждать минут 40. 20-30 даже. Можно подольше. Я ждала, чуть дольше давала. Вот тут написано способ применения. Так, давайте я вам вот так еще покажу. Если кому-то интересно. Ну и что вот тут? Так, в другую сторону, да. Ну и вот так давайте я тоже покажу. Если интересно, останавливайте, посмотрите. Трудно сказать, помогало ли мне это масло, но в целом вот все, что я делала последнее время для своих волос, я обязательно пользовалась. Не часто, не перед каждым мытьем головы, но хотя бы раз в 2 недели обязательно маска с маслом шла до мытья головы. И после мытья головы разные средства для укрепления. Вот. Поэтому масло, я думаю, тоже сыграло в комплексе свою роль. Волосы у меня сейчас не сыпятся. Ну, сыпятся, знаете, как в пределах нормы. Она меня не пугает. То есть, причем у меня длина до талии. И когда там 1-2 волоса выпадут, конечно, они, если их намотать, их очень много кажется. Но в целом мне понравилось. Еще от той же самой Оленьки приезжала вот такая маска. Профессионал тут написано, я уж не буду это все перечитывать на английском, все видно. С эффектом ламинирования на основе органического масла льна с экстрактом женьшеня, объем 30 мл. Маска выглядела вот так, как бы она считается на один раз. Я знаю, что у этой серии их несколько, здесь даже... Можно посмотреть точнее, сколько. Вот так они выглядят, все разные. И надо было нанести, расчесать, подождать 3-5 минут и потом смыть. Вы знаете, действительно, волосы блестели. Эффект, ну, не сказать, что прям уж как салонный, прям ламинирование. Но волосы выглядели живыми, здоровыми и блестящими. То есть мне понравилось. Хорошая маска. Не знаю, я не слышала на нее отзывы, хвалят или нет, но вот недавно вместе со мной примерно покупала Оксана Александрова, ей тоже понравилось. А вот если кто-то пробовал что-то еще из этой серии, расскажите, девчонки, это мне интересно было бы. Вот, хочу еще одну штуку показать. Бальзам-флюид для секущихся кончиков волос. Это от Faberlic. Тут 15 было миллилитров. Это то, чем я обязательно всегда пользуюсь, чтобы, вот интересно, в шампуне я вам прочитала, чтобы запечатать, как заплатка, кончики волос. Сам флюид не лечит, он именно запечатывает. И поэтому волосы дальше не рвутся, они потихоньку отрастают, вы там кончики подравниваете, и волосы становятся более здоровыми и
не так выпадают, как могли бы выпадать без такой дополнительной защиты. Хочу отметить замечательный аромат. И еще есть в этой серии сыворотка, тоже с маслом амлы. Она такая в прозрачном флаконе, там 30 мл. Она у меня тоже шла в комплексе вот с этим флюидом, но она не закончилась, потому что ее намного больше. А вот этот закончился флюид. А сывороткой продолжаю пользоваться по всей длине. Нравится. Аромат бесподобный. Настолько я полюбила этот аромат. Причем с каждым разом все больше и больше к нему привыкаешь, он больше и больше нравится. Так, ну давайте теперь по телу пойдем. Закончился у меня вот такой аромагель для душа. Очень понравился, потому что здесь и гель, и скраб, скрабирующие частички были такие. Он очень хорошо пенился от компании Кора. Это русская косметика. Входит эфирное масло мандарины, морские водоросли. Ну, многие уже знают, что у меня в последнее время на цитрусовые. Всех на сладкое пробивает к зиме, да, я тут цитрусами. С огромным удовольствием пользовалась этим мандариновым скрабом. Он же гель. Поэтому в этом месяце я не использовала даже скрабы, потому что этого было достаточно. И когда скраб и пенится сразу, и моет как гель, это вообще очень экономно и здорово. У Максимки закончилось вот такое средство. Это детский гель-шампунь «Ягодный шторм». Смотрите, от миньонов. Этот капитан... Где тут капитан? В общем, вот... А нет, капитан это у меня другой. Этот «Ягодный шторм» называется. Максимке дарила и Катюшка Минченкова, и Таня Хорошева. Девчонки подарили одинаковый, поэтому один у нас сразу ушел в использование. Так что, девочки, спасибо вам огромное. Я не знаю, чей именно этот, но хочу сказать обеим огромное спасибо. Второй еще стоит. У кого есть детки, обратите внимание, очень вкусный аромат. Пахнет лесными ягодами и в целом земляникой. Самый сильный вот выделяется аромат земляники. Мне понравился. Очень понравился. Даже я сама с удовольствием разочек намылилась. Поэтому я и знаю, как он вкусно пахнет. Интимка. Закончился вот такой очищающий мусс от Avon с легким цветочным ароматом для женской интимной гигиены. Вы знаете, вот этот мусс мне понравился, наверное, больше всех. Больше гелевых всяких текстур. В него молочная кислота, я вот не помню, входит или нет, но, по-моему, входит. Но я не буду врать, точно не знаю. Во-первых, он очень экономный. Около 4 месяцев точно я им пользовалась. Это очень хорошо. Я хочу быстренько прочитать, но если... Так, давайте я вот так покажу. Если кому-то это принципиально, вы увидите в составе, есть ли молочная кислота или нет. Потому что сейчас мне, если я буду искать, потеряю время. Вот. Но хочу сказать, что классный мусс, лучше всех гелей, очень экономный. Пену выдает нормальное количество. Мне очень нравится вот сама вот эта система. Ну вот, видите, вот она пена. Здорово, куплю еще. Понравилось. Был у меня еще интимка, тоже от Оленьки Крюковой приезжала. Вот такая, такой пробничек. Новое жидкое мыло для интимной гигиены от Palmolive. Такой вкусный аромат, честно. Ой, так бы и нюхала. Мне кажется, вот гель для душа с таким же был бы, или аромат духов, я бы, наверное, пользовалась. Тоже не знаю, есть ли тут молочная кислота. Вот как бы вот так вот не написано ничего о ней. Но если вот так вот посмотрим, не знаю, будет ли видно, даже если сфокусируется очень мелко. Но в любом случае, вот так я не увижу невооруженным глазом. Замечательная вот эта новинка, понравилась. И по действию
что она должна делать, она делает хорошо. И по аромату. Прямо аромат очень вкусный. Мыло. Мыло вот такой юный османтус. Ко мне приехал от Иринки. У нее канал Ирина Манинья Еричана. Всегда, Ириш, я не могу выговорить твой ник. Мне легче сказать «Рыжая бестия», но тогда непонятно будет, что ты Манинья Еричана. Интересно, на каком это языке? Замечательное мыло от Faberlic. Я даже не знаю, что о нем сказать, оно классное. Аромат нейтральный, легкий, цветочный такой. Мыло мне не сушит кожу. Хорошо себя ведет на коже. Вот. Нравится. Я такими с удовольствием пользуюсь. И вообще у меня мыло от Faberlic, жидкое мыло от Faberlic, наверное, одно из самых любимых. Я его и сама постоянно покупаю. И когда подарки получаю, очень приятно. Вот. Дальше. Присылали мне девочки. Сразу две. Одинаковые. Два кусочка мыла от Мон Пари мне и Настя присылала. И Оленька из Тюмени присылала. Так как два одинаковых получилось мыло, то я с огромным удовольствием одно отправила в мыльницу, но выкинули фантик, вот этот вот саму бумажку, и я показываю вам цельный кусочек второго. Хорошее мыло, в нем много, большой вес, 150, по-моему, грамм. А где это прочитать можно? Ну, даже если я не прочитаю, в любом случае большой вес, и у него очень приятный аромат. Пахнет травой. Ну, это для меня приятный, многие не любят травяные ароматы. Пахнет травой, и вот как написано, дыхание природы, пахнет листиками. Вот деревьями, листиками, вот чем-то таким. Для меня это аромат чистоты. И если мыло пахнет вот чем-то таким приятным, травным, вот ощущение, что прямо это чистенько и так классненько. В общем, хорошее. Это мыло не размыливается. Мужчины в моей семье часто любят мылом пользоваться в ванной. И поэтому быстро такие вещи уходят. Классно. Здесь поставлю, чтобы не выкинуть нечаянно. Это у меня из коллекции. Это я не отдам. Дальше. Давайте я покажу, чем я пользовалась для тела. С огромнейшим, огромнейшим удовольствием я использовала вот этот крем. Нет, это молочко было для тела, Нироли и Орхидея. 50 мл. Приезжал из Москвы от Оленьки Крюковой. Оля, спасибо тебе огромное, что ты мне дала возможность попробовать от Локситан и вот молочко для тела, и кремы для рук. Прям... Очень-очень понравилось. Аромат бесподобный. Очень приятно разносится по телу, сразу впитывается. И остается такое увлажненное, нежное-нежное тело, приятное. То есть не надо ждать, когда впитается, не надо втирать, чтобы оно наконец-то поняло, что надо в тело-то войти. В общем, классное средство. И у него сам цвет был тоже вот как у Тубы. Такой вот приятный, нежный кремовый. Даже хотелось экономить. Скорее, я так экономила, что ноги я мазала другим кремом попроще. А это только до талии. Знаете, когда-то года два назад я сняла пародию, я там говорила про гель для душа в маленьком оформлении, что вот мне его так жалко, я так экономлю, что только до середины мою, а ноги другим. Вот знаете, как это, в воду смотрела. Это была не пародия. Или это была пародия на меня сегодняшнюю. То есть этим кремом я пользовалась именно так. Верхнюю часть намажу, а низ как-нибудь. Ну, мой нос не дотягивается до туда, а верх я с удовольствием сама вдыхала. И еще один крем у меня закончился. Вот такой от City Rush. Он ко мне тоже приезжал от Оленьки, только уже из Тюмени. Оля, спасибо тебе огромнейшее. Вообще, City Rush – это одна из любимых моих водичек. У меня сейчас есть одна, я ее и экономлю. Ну, как экономлю, я ей пользуюсь, но уже, знаете, так не поливаешь себя, пшикнешь,
один-два раза и наслаждаешься ароматом. И ко мне приехал такой же аромат, только в форме молочка, парфюмированный лосьон даже для тела. С огромнейшим удовольствием пользовался. Он легко тоже впитывается, он легко разносится. У меня чуть-чуть его еще осталось, но я не люблю выдавливать вот прямо из туб последнее и переливаю в круглые баночки. И вот у меня еще на 1-2 раза там осталось, но это быстро закончится. Два мытья и тоже. Поэтому огромное-огромное спасибо Оленьке. И вообще вот от Avon именно вот в таких форматах лосьоны мне очень нравится. Вот их я могу рекомендовать. В круглых банках от Планеты Спа они немножко тяжеловаты, не все легко разносятся. В банках вот Naturals, в таких круглых, тоже нужно там подождать, когда оно всосется, вотрется в тело. Вот эти более беспроблемные. Далее. Знаете, так интересно, не так давно даже у девчонок спрашивала, кто пользовался вот таким средством. Очень хотелось попробовать. Я часто залезу в ванну, в душ, и вспоминаю, что, оказывается, я забыла смыть макияж с лица. Мне приходится оттуда вылазить, искать там пенку, какая поближе, и начинать умываться. И вот, наконец-то, ко мне приехала девчонок. Я даже не помню, кто именно прислал, но, наверное, Оля, мне кажется, из Тюмени приехала вот этот пробник. Ну, точнее, не знаю. Это от Нивеи средство для снятия макияжа в душе. Классное такое оказалось средство. Вот такая малипуська, и мне ее хватило аж на 2 раза. Вообще здорово. Понравилось. Оль, спасибо. С огромным удовольствием, если я увижу в Магнит Косметик, я ее куплю. И у меня будет это средство, когда я забываю смыть макияж, чтобы оно прямо стояло в районе душевой кабинки моей ванны, и буду пользоваться. Так что, если кто-то ищет, чем можно без эффекта панды смыть под глазками, чтобы не оставалось, макияж смылся полностью, то вот это средство. И оно очень экономное. То есть мне этого количества малюсенького хватило на 2 раза. Дальше. Руки-ноги. Для рук у меня закончился крем от Тианде, молочный крем для рук. Если коротко, то крем хороший, он немножко жирненький. Надо подождать, чтобы он впитался в руки. Как ночной вариант вообще отличный. Масса 80 грамм. Понравился. Понравился очень крем. Он и увлажняет, и питает. Поэтому нужно немножко ждать. Вот. Классно. С удовольствием пользовалась. И второй крем. Хочу огромное спасибо сказать Юлюне, которая мне его прислала. Вы знаете, вот от Эвелин, я теперь выучила, как правильно читается Эвелин. Экстра софт сос для очень сухой кожи. Интенсивный питательный крем для рук. Вы знаете, у него даже цвет такой вот. В общем, кремовый такой. Сейчас я ничего не выдавлю, я его полностью выдавила уже. Я его использовала после душа на стопы. Вот настолько он классный. И на руки я использовала уже на ночь. Даже можно под перчаточки какие-то. Он лечит, если вот надо подлечить, замечательно. Вот он справляется даже со стопами, то есть вот сухие ножки. Настолько нежно, классно. И когда я на ноги наносила этот крем, то есть я хочу его настолько похвалить, что он универсальный просто. Когда я его на стопы наносила, под носочки, я даже спать ложилась в этих носочках, на утро у меня ноги лучше, чем у ребенка выглядели. Классный крем, рекомендую. Но как вот для рук, если на день, то он очень жирный. Он больше вот как действительно сос лечения для сухой кожи. Так, давайте я вам покажу 2 парфюма и потом покажу маски. Вот такой парфюм от Mary Kay Tribute. Я его выкидываю, потому что он испортился. Если сейчас кто-то захихикал, что типа не мудрено, что у тебя тухнут парфюмы, это не так, девочки. Этому парфюму всего 2 годика.
Он у меня испортился только потому, что, вот видите, мокрое, он потек. Парфюмы сами по себе не портятся много-много лет. А вот если что-то происходит с крышкой и начинает, ну не с крышкой, а вот с самой вот этой помпой, и начинает подтекать, или туда попадает как-то воздух, то это все можно выкидывать, все это испортится. То есть вот руки надо мыть. Вот знаете, аромат как портится, он остается таким же, но становится более насыщенный, приторный и с какой-то горчинкой. Ну, в общем, в Мэри Кей этого парфюма уже нет, его сняли с производства, ну и у меня его тоже теперь нет. Еще один парфюм, который у меня уже закончился, я сегодня снимала, ну, этот ролик-то я попозднее немножко выложу, но, в общем, я не так давно для вас снимала видео о Faberlic заказе и уже заказала еще один такой же. Но когда я показывала заказ, я не говорила, какие нотки сюда входят, поэтому буду зачитывать сейчас. Степа мне тут мешается, тоже, видимо, комментирует. Шато де Лелуар называется сам аромат. Он идет цветочно-фруктово-пряный. Входят такие ноты, как бергамот, иланг-иланг, фрезия, фиалка, ирис, пряные специи. Ну и последнее, что там в последних нотах, кедр, мускус и ваниль. Достаточно тяжеловатый аромат, но он очень красиво раскрывается на мне. Я о нем уже много раз говорила, уже не буду повторяться, что сначала он мне не нравился, но потом я его полюбила, и время от времени, прямо даже бывает, что неделю-две только им пользуюсь, потом отставляю на месяц, на два, на три, потом опять могу к нему вернуться. Вот. Но вот когда он только-только наносишь, вот эти пряные специи, конечно, они бьют в нос, и чувствуется вот тяжесть аромата. А когда раскрывается, уже появляется там где-то фиалка, ирис, как-то вот он красивее звучит. Ну и в конце, ну я не знаю, кедр я слышу или нет, но вот как-то вот ванилька добавляется уже, и приятно. Но я его не рекомендую, его нужно с пробниками. Пробовать только с пробниками. А что касается трибюта, это пудровый, сладкий, приятный такой был аромат. Вот для зимы самое то. То есть вот я хотела эту зиму тоже с ним пофорсить, но не получилось. Так, давайте по маскам. Не вся коробка, но несколько масок у меня закончилось. А доктора Пьера Рико. Давайте я вот так покажу коробочку. Вот такие. Она идет и питательная, и разглаживающая маска. Я использовала две штучки в этом месяце. Дарила мне Жануля. Жануль, спасибо тебе огромное. Она у меня, кстати, простояла какое-то время, пока мне Жанна не сказала, как лучше пользоваться. Потому что я пыталась нанести. Это очень жирная, конечно. Ну, сами маски очень жирные, их большим слоем наносишь. Можно и 10 минут, и 15 держать, можно 2 часа, можно вообще, если вы сможете вытерпеть всю ночь. Но всю ночь это вы прилипнете и к подушке, и волосы к вам прилипнут, и, в общем, напитаете все вокруг себя. А вот на несколько минут, вот на 10, 15, можно 30 минут с ними сидишь, потом их смываешь. Я даже после них использую тоник. Ну, как бы, ну, не так, что прям со всей силы там полностью смыть. Но вот как бы вот, что вот этот липкий слой, вот саму маску-то снять. Но она работать успевает так, что и после тоника, и после этой маски не надо никакого крема уже. То есть вот ее достаточно. Она и увлажнит, и напитает, и лицо становится приятным. До маски же вы его почистите хорошо. Вот. Следующая маска от Yves Rocher. От гидровежиталь. Вот этого вот пробника, мне было просто интересно, как можно маску засунуть вот такой крошечный пробник. Его не хватает. Его хватит, но на нос и на лоб, может быть, вам. Но, к счастью, у меня есть туба с этой маской. Это увлажняющая маска. Мне ее Катюшка Минченкова дарила. Привет тебе, Катюша. Спасибо огромное. Вот я начала, в общем, это мне было интересно, сколько ее хватит. Ну и, конечно, остальное все добавила из тубы и с огромным удовольствием потестировала. Ну, как не потестировала, а просто использовала. Жалко было, чтобы не портилось. Классная маска, она действительно увлажняет, и после нее тоже не надо никакого крема уже наносить.
Следующая маска. Вообще у меня этот месяц уже, видимо, зима. Батареи работают. Но увлажнение меня пробило. Огуречная маска. Народные рецепты. Тоже мне Оленька присылала эту маску. Понравилось. Ее хватает вот этого вот количества. Сколько здесь? 25 миллилитров. Мне на 3 раза хватило. Поэтому, Оль, спасибо большое. Классная маска. У меня еще яичная такая же есть. Увлажнение дает. Она такая достаточно густоватая была. Понравилась. Но после нее я крем наносила. Еще одна маска. Тоже увлажнение. И тоже подарок. Так, это мне дарила Танюшка хорошего, хорошего. Да, спасибо, Танюш, тебе тоже огромное. Вот эта маска удивительная. Я не знаю, это маска даже вообще. Да, кислородная маска. Вот. Ее фокус в том, что она кислородная. Для лица и шеи 5 грамм в каждом саше, вот 2 их, по 5 грамм. Вот эта маска меня удивила. Она, во-первых, пенится сначала, потом она белеет, становится такой, как пористый. Ну и, знаете, ну, как-то она даже пропадает, как бы лицо ее впитывает через какое-то время. Но после нее лицу приятно, она такое нежное становится, как бы блестит. Но крем все равно после нее наносила. Следующее. Вы еще не устали? Подождите, еще чуть-чуть осталось. Вот такая банка. Это из Тюмени уже приехала вот такая банка. Честно, мне было ее так жалко. Оля, спасибо огромное. Это Оленька, уже вторая Оля. У меня их 2. Одна из Москвы, другая из Тюмени. Интенсивный коллаген. Коллагеновая маска. Так. Омолаживающая, да. Ну, с одной маски, естественно, я не омолодилась, но очень приятно было пользоваться. Вот один дизайн только вот этой вот упаковки прямо побуждает пользоваться. Освежение дает. Приятное освежение и лицо такое свежее. Степа, перестань петь. У меня кот поет. Следующая маска. Голубая, очищающая, на васильковой воде. Классная маска. Она идет. Сейчас скажу. Ну, в общем, сейчас я вам покажу. Такая серая, глиняная. Я слово вспоминаю. Глиняная. Меня кот перебил. Я все не знаю, как его отсюда шугнуть, чтобы он не пел мне тут. Хорошее дает очищение. Вообще, я на эту маску не слышала ни одного плохого отзыва. Все ее только хвалят. Она действительно очищает. Она приятное, и лицо такое после нее нежное становится. И после нее вот увлажняющий крем наносишь, и классно. Так, следующее. Не устали? Осталось 2, не уходите. Так. От Дизао. С акулим жиром. Вот такая масочка. Она идет на разглаживание морщин, она убирает темные круги, она борется даже с отеками. И вот я оставила, видите, у нее прорезь, она идет и наверх глазика, и снизу. Замечательная маска, у меня нет отеков, но у меня черные, ну как темные, темные круги под глазами. Справляется, делает свежее глазки, как-то вот приятно. После нее. Вообще, любая маска, мне кажется, она либо не работает, либо делает какой-то приятный результат. Но то, что не работает, надо, значит, накопительный эффект. Такие маски нужно использовать чаще. И последнее, тоже из Тюмени от Оленьки приехала. Вот такая от Skin Light для глаз. Тут 4 патча. Это даже не маски, а гелевые подушечки. Тоже идут против темных кругов под глазами. В этом месяце я, конечно, много использую именно маски для глаз, потому что что-то глазки мои плохо себя чувствуют. Вот так они выглядят, вот эти вот подушечки. Вот на таких вот. И идут по паре вот в таком саше. То есть 4 штуки, 2 саше и по 2 масочки. Понравились. Вот это я использую с огромным удовольствием.
Их надо было наносить. Ну, смотрите, что делает кот у меня. Сегодня решил он песни спеть для вас. Выспался. Ну, ненадолго, на 30 минут. Да, вот это вот меньше, а вот это на 30 минут. А этот на 15 минут я наносила. Но 30 минут я с ними ходила. То есть я не лежала, а ходила просто. Все, на этом все. Прошу прощения за песни моего кота. Вот такие были у меня пустышки. Теперь я буду с огромным удовольствием копить новые. Эти выкину. И в декабрь будут уже другие баночки. Спасибо всем огромное за внимание. Всем спасибо за терпение. И всем пока. Ну, что ты орал? Что орал? Зачем орал-то? А? Комментатор. Весь ролик мне испортил. Да, мяу.